Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Максим Кембель. Смотрите сейчас. Мотоциклисты под контролем. В области стартовала профилактическая акция. Целью данного мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта. На что обратят внимание госавтоинспекторы? Запасаемся попкорном. Мировое кино возвращается в бобруйские кинотеатры. Что покажут в ближайшее время? Мы приглашаем наших любимых зрителей посмотреть такие фильмы, как «Довод». Популярный аккаунт. Девочка из Бобруйска набрала популярность в приложении «Лайки». Больше всего залетает видео с хайпом. Сколько подписчиков? А также надежда на вакцину, завершенное расследование и оранжевый четверг. Синоптики предупреждают о шквалистом ветре. Чего еще ожидать от небесной канцелярии? Сел за руль пьяным. Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП под Бобруйском, которое произошло в июне. Тогда в водоеме недалеко от города обнаружили перевернутую машину с трупами четверых мужчин внутри. В ходе осмотра автомобиля в салоне был найден видеорегистратор, который зафиксировал те страшные события. Во время движения вдоль водоема водитель заметил оставленный кем-то стул и остановил машину. Мужчина предположил, что предмет интерьера принадлежит их компании. Позже решил посветить его фарме, чтобы лучше рассмотреть. Водитель, как сообщается, начал движение задним ходом и выехал за пределы проезжей части, вследствие чего автомобиль опрокинулся в водоем и начал тонуть. Экспертиза установила – мужчина был пьян. В его крови обнаружен этиловый спирт, концентрация 1,4 промилле. Профилактическая акция по предупреждению ДТП с участием мотоциклистов стартовала в Могилевской области. Продлится она до 14 сентября. Для управления мотоциклом, скутером или мопедом наличие водительского удостоверения соответствующей категории – обязательные условия, напоминают госавтоинспекторы. За бесправное вождение предусмотрен штраф до 20 базовых величин, а за повторное в течение года данное нарушение – до 50. Целью данного мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта. Всего за 8 месяцев 2020-го на территории города было зарегистрировано 3 ДТП с участием мототранспорта, в которых погиб один человек и трое получили ранения. Новость для киноманов. Отложенные из-за пандемии новинки возвращаются в бобруйские кинотеатры. Что будут показывать и сколько стоит билет? Все подробности прямо сейчас. Мировое кино возвращается на экраны бобруйских кинотеатров. С 10 сентября стартует показ фильма «Мулан». Приключенческая сага отматывает время обратно на 1000 лет. В основе сюжета лежит древняя китайская легенда о девушке, которая отправилась на войну с вождем кочевников гуннов Шанью. При помощи верного спутника Мушуна предстает в мужском образе и скрывает свою настоящую личность. Эту премьеру бобруйчане ждали с нетерпением, признается директор «Бобруйского кино». Мы приглашаем наших любимых зрителей посмотреть такие фильмы, как «Довод», который выйдет на большой экран с 10 сентября. Это очень интересный фильм. Речь идет о секретном агенте, который спасает мир от разных катастроф. С 24 числа начинается показ премьеры «Стрельцов». Любовь, победа и предательство. Фильм расскажет о жизни легенды советского футбола. Не забыли в кинотеатре и о комфорте зрителей. В малом зале притянули кресло, теперь смотреть фильмы станет еще удобнее. А возможным это стало благодаря маркетинговому ходу руководства «Бобруйского кино». С марта 2020-го на здании товарища появился светодиодный экран. Мы приглашаем к сотрудничеству все предприятия нашего города для того, чтобы рассказать о вашей продукции, акциях и скидках на здании кинотеатра. Телефон для обращения написан на самом экране, и вы можете в любой момент обратиться в администрацию клуба «Бобруйское кино». Специалисты обращают внимание. Из-за эпид-ситуации премьеры могут переноситься или откладываться на определенное время. Следить за новинками можно на сайте кинотеатра. За билет придется дать от 5,5 до 8 рублей. Сумма варьируется в зависимости от места в зале и времени сеанса. Максим Кембель, Максим Галенко, Бобруйск 360. Штурмовая авиация, урожай 2020 и кадровый день. Александр Лукашенко назначил нового генерального прокурора страны. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко принял важное кадровое решение. Андрей Швед, который до настоящего времени возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз, назначен генеральным прокурором Беларуси. В свою очередь, Александр Конюк, работавший в этой должности на протяжении 9 лет, будет направлен в дипломатический корпус страны.
Запреты на посещение лесов сняты почти на всей территории страны. На ситуацию повлияла погода, пожароопасность, уменьшили дожди. Ограничения сохраняются лишь в нескольких районах Гродненской и Гомельской областей. Подробную карту можно найти на сайте Минлесхоза. В Беларуси планируют собрать 6 миллионов тонн картофеля и 1 миллион 76 тысяч тонн овощей. Среди них капуста, свекла, морковь, лук и томаты. Урожай 2020 в целом ожидается не ниже прошлогоднего. Дары природы представят на прилавках магазинов и на сельскохозяйственных ярмарках. Часть уйдет и на экспорт. Белорусские летчики победили в конкурсе «Авиадартс». Это этап международных армейских игр «Армии-2020». Соревнования прошли в 4 дисциплинах – навигации, пилотирование, поражение наземных целей и воздушная разведка. В этом задании наш экипаж штурмовиков составил серьезную конкуренцию российской команде. Детское Евровидение пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Конкурс должен был состояться в ноябре в Польше, но теперь все песни прозвучат из студий стран-участниц. В этом году их 13, в том числе и Беларусь. В нашей республике еще не определились с представителем. Формат отбора обсуждается. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты «Бобруйск 360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В стране зарегистрировано 73 400 случаев заражения коронавирусом. 72 000 пациентов, у которых был ранее подтвержден диагноз COVID-19, уже выздоровели и выписаны. Всего специалисты провели свыше 1 миллиона 605 тысяч тестов. Всемирные организации здравоохранения считают, эффект вакцинации в полной мере проявится не ранее 2022-го. Именно столько времени, по заявлению специалиста, понадобится, чтобы все или хотя бы 60-70% людей обрели так называемый коллективный иммунитет, что действительно замедлит передачу инфекции. Также необходимо время для испытания, запуска и лицензирования разрабатываемых вакцин. 200 тысяч подписчиков. Такой рубеж готовится перешагнуть бобруйская школьница Полина Горбачева. Приложение «Лаки», в котором она создает ролики, уже давно набрало большую популярность среди молодежи по всему миру. Девочку узнают на улице, просят сфотографироваться. Моя коллега Мария Бушкевич тоже взяла автограф. Аккаунт 10-летней Полины Горбачевой в приложении «Лайки» вот-вот перешагнет рубеж в 200 тысяч подписчиков. Такого результата девочка добилась буквально за год. Увлечение школьницы поддержали родители. Когда я заметила ее увлечение, что она просматривает какие-то видеоролики, я решила разобраться. То есть, как бы я для себя поняла, что не нужно запрещать делать это, нужно прожить хотя бы один день жизнью ребенка и понять, что у нее в мыслях, какие у нее есть идеи, потому что все-таки ребенка нужно творчески развиваться. Я считаю, что «Лайки» именно вот, ну, очень подходит для этого. Как бы актерское мастерство развивается. Она придумывает какие-то сюжеты, озвучки, какие-то танцы, тренды. То есть я считаю, что это только плюс для ребенка. В семье считают, учебе и увлечение не помеха. Мама героини в прошлом занималась фотографией. От хобби осталось оборудование, два софтбокса и фон. После такого апгрейда качество видео улучшилось, популярность приложений выросла в разы. У нас тогда не было штатива, и иногда мы ставили на стулья, иногда на блендер ставили. А потом нам из Китая пришел штатив. И мы начали снимать. Нередко в съемках участвуют и питомцы Полины. Две собаки породы русский той и морская свинка. Трансляции, модные движения, тренды. Лайкер постоянно пробует новые образы и перевоплощается. Больше всего залетает видео с хайпом. Вот мы один раз засняли такое видео, что как будто бы мы красим волосы. И потом, у меня выпали волосы, и там сразу налетела куча лайков и комментариев. Ролик, на котором девочка якобы без волос, набрал 3 миллиона просмотров. Подписчики после этого посыпались, как грибы после дождя. Сейчас юная блогерша входит в рейтинг лучших лайкеров страны. Там она на 150-м месте. Подсчет ведется по количеству полученных сердечек за предыдущие дни. Недавно Полина получила серебряную корону. Признак того, что все видео авторские. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Среда порадовала бобруйчан сухой солнечной погодой, а календарной осени напоминала лишь холодный порывистый ветер. Воздух прогрелся до 19 тепла. Надолго ли тренд? Анастасия Шевцова. В четверг будет облачная с прояснениями погода. Днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер, предупреждают синоптики, будет не слабый. Порывы ожидаются до 20 метров в секунду. Во время сильного ветра следует обходить стороной мосты, эстакады, трубопроводы и линии электропередач. Водителям же не следует оставлять машины рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями.
В Калифорнии не утихают лесные пожары. Многие жители штата остались без крыши над головой. Наблюдаются перебои с электроэнергией. Эвакуации подлежат целые города. Площадь возгорания превысила 880 тысяч гектаров. С огнем борются 14 тысяч пожарных. Стихия уже унесла жизни 8 человек. Неутешительное заявление сделали в Департаменте лесного хозяйства США. Сезон пожаров еще далек от завершения. На северо-западе Соединенных Штатов противоположная ситуация. В Колорадо, Монтане и Вайоминге выпал снег. Погодные финты вызваны волной холодного воздуха из Канады. В результате ненастья повалены деревья, десятки тысяч людей остались без электричества. Завтра небо над Бобруйском вновь окутают облака, периодически будет пробиваться солнце. Ветер западный 7-9 метров в секунду, днем порывистый вплоть до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до 20 тепла, к ночи градус снизится до 9 со знаком плюс. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!